Певица Любовь Успенская поделилась переживаниями. У актрисы никогда не было мамы. Женщина по первоначальной версии Любови Залмановны умерла при родах. Однако недавно Успенская выяснила, что ее мама могла стать жертвой убийства. По ее словам, Елене Чайке нанесли смертельный удар кирпичом, когда та ехала в поезде на заработки. Теперь, когда со дня смерти Елены прошло много лет, Успенская по-прежнему скучает по ней. Звезда делится. Если у вас есть такая возможность, обязательно уделите своей маме время и поблагодарите ее за то, что она просто есть. К сожалению, так судьба распорядилась, что мамы со мной в жизни рядом не было. Но и в таком случае я полна любви и благодарности к ней, так как она подарила мне возможность жить. Не теряйте ни минуты, пока мама рядом, и не упускайте возможности ее обнять. Успенская сама испытывает большие трудности в общении с дочерью Татьяной Плаксиной. Несмотря на то, что девушка давно живет со своим отцом в США, родственницы умудрились испортить отношения друг с другом. До позапрошлого года артистка всячески баловала наследницу и поддерживала ее финансово. Однако летом 18-го Татьяна упала с велосипеда. Девушка сломала несколько зубов и челюсть. Звездная мама оплатила ей операцию и реабилитацию в Словении. Она часто навещала дочь в клинике и в целом поддерживала дочь. Однако после аварии Плаксина сильно изменилась. Она стала замкнутой и скрытной. После этого Татьяна неожиданно обвинила мать в том, что та закрыла ее в психиатрической больнице и лечила от наркотической зависимости. Кроме того, она заявила, что Успенская жестоко обращалась с ней. После чего девушка также неожиданно принесла публичные извинения и уехала к отцу в США. Любовь Залмановна, тяжело пережившая обвинение дочери, отметила, что не сможет простить ее предательство. Звезда призналась, что мечтает о том, чтобы Татьяна забыла, что у нее есть мать. Сейчас 66-летняя артистка все еще надеется ощутить радости материнства. В разное время Любовь Залмановна планировала ТО «Суррогатное материнство», то ЭКО. Последним желанием артистки стало усыновление. Певица заявила, что решила последовать примеру других звезд и планирует усыновить девочку и мальчика. Насколько серьезны намерения Успенской, покажет время.